Здравствуйте, я Петрова Елена Леонидовна, преподаватель Большереченской школы искусств. В 2014 году окончила Омский государственный университет имени Достоевского по классу хоровое дирижирование и сольное пение. Имею первую квалификационную категорию как преподаватель. В школе искусств уже работаю 18 лет, преподаю уроки эстрадного и академического вокала, а также хоровое пение. На своих занятиях стараюсь привить учащимся любовь к музыке разных эпох. Поэтому в нашем репертуаре используются и классические произведения, и песни современных композиторов, ну и, конечно же, современная музыка. Итак, сегодня мы проведем урок сольного пения с ученицей 6 класса Чунихиной Анастасией. Настенька, проходи на сцену. Мы сначала разберемся. Как настроение? Отлично. Все хорошо у тебя? Нет. Так, мы лучше сейчас отвинем. Давай, Валерка, подышим, разогреем наш дыхательный аппарат. Помнишь, там мы ставили ручки с тобой? Угу. Наши руки, да, вот так, что хороший вдох, легкий нос. Еще. Так, хорошо. Работает диафрагмочек. Ну, а теперь активно повышим. Помнишь, да, вдох. Выдох в разные стороны. 3-4. Резкий выдох, Настя. Прям резкий. Настя, резче, еще раз просто. Вот, чтобы тебя все сокращало. Давай еще раз. Кружится голова? Ну, это должно быть так. Так, ну давай, немножечко повышаем. Расходимся. Давай так, чтобы тебя было видно, потому что у нас неудобственно без тебя. Thank you.
Настя, у меня для тебя сюрприз. Я нашла произведение, очень красивое, услышала в интернете. И мне так захотелось сделать его с хором. Я тебе сейчас дам послушать. Ну, а почему сегодня с тобой разучиваю? Потому что хочу, чтобы ты была солисткой. Слушай. Присаживайся сюда. Ну-ка, иди найди бумажку. Включи. Сначала включи. Как мы приближаемся или мы на правильном пути. Основная идея данного проекта – окунуть зрителя в быт и обычаи кельтских народов. Мифы, легенды, таинственные истории, сказки – вот основные составляющие этого, наверное, самого романтического народа Европы. Одиенус – это голос как музыкальный инструмент по определению Карла Дженкинса. В песнях нет слов. Это просто набор звуков, которые помогают голосу служить инструментом сопровождения живых. Thank you.
ты знаешь. Мне показалось сначала слишком сложным. О, Лена Станиславовна пришла. Но вы вовремя. Слышали? Услышали, да. Варя? Вот это произведение мы хотим взять с нашим хором. А Настю с Варюшей, допустим, поставим солировать на два голоса. Ну, вы замахнулись. Ты знаете, мне показалось оно сначала очень сложное. Потом я нашла ноты, думала, как же это все будет. Посмотрела по нотам, это все несложно. Ну, трехголосная партия, конечно. Так, ну тогда, Лена Станиславовна, давайте уж раз вы пришли, поможете нам раскручивание. А можно, Сюша, мы поставим вот сюда? Так, давай, Мариночка, мы с тобой сольфеджио пройдемся. Дайте нам дочек, пожалуйста. Прямо соло, прямо только соло. Thank you.
гуле, ана мана гуле, ана мана гуле, габе. Thank you.
Стоп, все. Кэбэлоко, солнышко мое, ласковина. Кэбэ, сразу улыбочку включай. Кэбэлоко, запомни, еще раз. А ну тут, в принципе, хватает дыхания этим концовочкам.
Так, ну что, время идет, нам еще нужно показать. Спасибо, Елена Станиславовна. Так, Настенька, давай теперь эстрадную повторим нашу. Поставить плюс, напомни тебе. Ну, да, пожалуйста. Давай, потому что песня новая. Ну да, давай уже с пульсовочкой спаем. Thank you.
потому что время ограничено у нас. Так. Ну, давай мы с тобой покажем еще одно произведение. Хочу сказать, что Настя у нас талантливая девочка, очень трудолюбивая, самостоятельно дома освоила свою вот эту маленькую гитарку, которая называется «Укулеле». Подобрала аккорды к понравившейся песне. А песню ты выбрала? «Костер» Макаревича. Макаревича из репертуара группы «Машина времени». Ну вот, мы с Настей решили, значит, ее доработать и включить в наш репертуар. Thank you.
Да. Так, ну что, Настенька, у нас время подошло уже к концу. Так, Настюшечка, забыла еще тебе сказать. Значит, домашнее задание от Адеемус. Выучи, пожалуйста, сама партию, да, чтобы это, чтобы мы уже пришли в среду на хор и начали уже работать в хор. А ты чтобы уже все это знала. Ну все, спасибо большое. Всего доброго.